Так, ребятки, решающая карта третьего раунда. Фазданук против Проксима. Это Veil of Pnat и зажигательный ДК против инженера Эйзена. Офигеть, это джампад смерти. И как же все-таки филигранно смог выступить, выйти из этой ситуации фазданубчик молодчиком. Молодчиком, так. Ввиду отсутствия стека, конечно же, отходит. Ну и рейл надо пополнить, всего лишь 8 патронов. Ха-ха-ха. Не случилось. Очень сильно на дамаг на АИМ рассчитывает фазданоб, как мы видим. Дождался все-таки броника. Ну все, ребят, теперь 100 на 50. Промазал огонек, и пришло время, по-моему, именно на... Да... На легких пососычах Проксима делает фраг и, находясь на контроле, смотрите, сейчас с успехом заберет мегу и продолжит душить ДК. Весь пул оружия есть. Фазданубыч уже нырнул на рельсу. Сохраняет контроль Проксима, окей. Отгоняет огонька с позиции заема меги. Хороший. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Несмотря на весь полученный дамаг, красивые ракеты просто разорвали фазданоба. 2-1. Фазданоб стремится! Надо было чуть-чуть раньше, и мега была бы твоей, братик. Чуть-чуть раньше, всего лишь на секунду. Как часто, ребят, эти секунды? Офигеть, офигеть! Три рельсы подряд, ребят. Эйзен не успел даже опомниться, что там произошло. Красивый тайминг, подлов на ракету. Конечно же, минус Эйзен. И это уже 4-2. На секундочку. Уп, уп, уп. Надо сохранять контроль, Никита. После этой меги сейчас по-любому пойдет душить. Я его знаю. Воитель, ёптель. Прикурить Эйзену. Снова, ребят, ракета, шафт, шога. Все это неинтересно. Ведь есть рельса. Давай, братик, вот туда он выйдет сейчас. Там он еще не добил. Ой-ой-ой-ой-ой! Поебалу сильно! Ракетка, вы видели это? По басовитости этого звука было понятно, что там сотка, не меньше. Красиво, красиво, ребят. Весь возможный дамаг фазданук на контроле очень хорош. Привет! Секунда до красного. Не держит рельсу, не держит. Хорошо, ребята, отмансил. Эти игры на телепортах зачастую так опасны, так брутальны, так... Так именно. Так. Секундочку. Главное сохранить контроль и хотя бы немножко ракетой пользоваться, как мне кажется. Фазданубу ее очень не хватает. Ракету в какой области пользоваться я бы советовал фазданубу? Она зачастую ту позицию, которую ты хочешь защитить. Ты можешь спамить пароход и, услышав там оппонента, предотвратить его шествие по нему и тем самым поднять свои шансы на подъем айтема. Это зачастую не только лишь какая-то пушка, знаете, ну, для нанесения дамага, а тактический ход. Но мы смотрим, все нормально с ракетами фазданува.
труба, ребят, конечно. Очень много дамага, давайте посмотрим. 2500 против 1400. Эх, дождался все-таки красного Эйзен и свое грязное сделал дело. Оставил Фазданоба. Без нее. Хороший респаун для Фазданоба. Мега через секунду должна спасти. Хорошо, вытягивает ситуацию. Проксима нет хп. Эх, не повезло, ребята. Как же старался Джамбыл. Старался. По заверениям разработчиков, ребят, на ПТС уже выкачана версия новой Шоги, а ее слегка понерфили, Супер Шогу. Теперь рейндж, с которого она будет эффективно наносить дамаг, уменьшен на очень много. И вот такие вот с полкарты шоты, там, которые отнимают 16, 32, 40, их уже не будет. 1-2 максимум там будет. Поэтому в ближайшем будущем мета дострелочного оружия, или как это назвать, мне кажется, в корне перевернется в пользу машинки и супермашинки. Соответственно, кто не знает, ребята, Machine Gun и Heavy Machine Gun. Прицепился шафтом Проксима, отлично. Мега лежит. Респ как раз у Фазданоба сейчас заобужен на шафте. Не получается, ребята, у Проксима. Мы видим эту завесу из-за има. Из-за има и огня. Как есть песнь льда и пламени, здесь песня о има и огня. Сиськи и драконы навсегда. Сиськи и драконы навсегда. Особой интриги не происходит. 2,5 минуты до конца, ребятки. Проксима делает фраг телепортом. И неужели это начало жесткого камбека, ребята? Ша! Именно шафта. Хорошо, ребята, 4 фрага. Вот здесь я еще могу поверить некий камбэк, ребята. Более 2 минут времени, 4 фрага на Вейле, это реально. Потому как можно прогонять по респам. И на данный момент мы видим Фазданоб рейлит и явно не собирается некий плюсбэк отыгрывать. Смотри, заходит с огоньком, с искоркой. Ну, отлично, попаденные, попадаемые рейлы. Все время поворачивает ситуацию вспять. 58% попадания рейла мы видим на Фазданубе. 27 из 46 штук. Офигенно, очень много. 13-7, еще прогон по респам. Как по мне, вопросов не осталось, кто же все-таки затащит этот раунд. Но смотрим красивый квейк. Да, ребят, просто электронные аплодисменты. Фазданоб сегодня хорош, наверное, в одной из лучших своих форм за этот год. Буду очень рад, если мы увидим в финале, а может быть и в чемпионах турнира этого парня, этого амбициозного нашего мальчика, нашего модератора Аирволны. Фазданоба, ребята. Прошу любить и жаловать. Огненная рельса. Вы видели, он даже вот как бы эпично умирает. 30 секунд осталось до конца матча. И, конечно же, 8 фрагов, 9 не отыграть. Раздушивает аимом. Как я повторюсь, вопросов не осталось по поводу исхода этого матча. Поздравляю всех, ребята. Тех, кто ставил баллы канала на Фазданоба. Интересно, какой же коэффициент был на Никиту. 5-4-3-2-1 и ГГС, ребята. Третий раунд за Фазданобом.
Проксима уходит в сетку лузеро. Отличный бой, отличный аим. Ух, удовольствие наблюдать. ГГС.